французская народная сказка. Маленький качан капусты, который никак не хотел расти. Посмотрим, что тут, как мой качанчик. Что ж такое, не растет. Посадил его на самую лучшую навозную кучу, а он все никак и вырасти не может. Неделю назад такой же был. Эй, Антуанетта! Что, что вам надо от меня? Что, что вам надо от меня? Что, пап, что? Антуанетта, полей, пожалуйста, качан капусты. Ой, буду я еще вам поливать качан капусты. Я лучше схожу с подружками погуляю в кафе. Давай, пап, пока. Как здесь телефон? Что за дочка такая? Воспитала свою голову. Скажу супруге, пусть она ее накажет. Эй, собачонка! Что, что, что тебе надо? Укуси непослушную Антуанетту за ногу. Буду я еще кусать какую-то там вашу Антуанетту. Я лучше, у меня там косточка зарыта. Я пойду лучше косточку погрызу. Так что пока. Зачем я только такую собаку купил, которая команды не выполняет? Продам ее соседу. Эй, Ветка! Ветка! О, что, что вам надо? Я вот только проснулась. Ветка, отхлестай непослушную собачонку. Буду я еще хлестать какую-то собачонку. На мне и так мало веток осталось. Пришли какие-то ребятишки и сорвались с меня пару веточек. Так что не смогу. Срублю это дерево и сожгу. Положу в камин дрова. Эй, огонь! Огонь! Здравствуйте. Что вам надо? Вы меня звали? Да, огонь. Сожги ветку. Простите, во мне очень мало спичек. Я не могу их тратить на какие-то ваши веточки. Так что, я лучше пойду Джонни Деппа сигарку зажигу. Так что, до свидания. Так, попрошу ручеёк, чтобы он намочил спички, чтобы они вообще никогда не могли гореть. Эй, ручеёк! Ручеёк! Что? Что вам надо? Намочи спички, чтобы они никогда не смогли гореть. Да сколько можно? Во мне и так уже мало воды. Вы каждый день берете с меня воду, а потом еще не будете намочить спички. Нет, я не буду ничего мочить. Простите. Я лучше пойду увлажню траву на зеленом луге. Так что я вам не помогу. До свидания вообще. Надо будет сказать корове, чтобы она этот ручеёк выпила. Эй, корова! Что вам надо от меня? Выпей, пожалуйста, весь ручеёк. Простите? Но у вашего соседа гораздо лучший ручеёк. И поэтому я у него уже воду попила. У него вообще-то лучше вода и вкуснее. До свидания. Ну иди к своему соседу. Что за корова такая? Возьму, съем её. Эй, мясник! Мясник! Да я просто руки мол, только что, представляешь, три коровы зарубал. А что ты меня звал? Еще одну корову заруби, пожалуйста. Да что у тебя за корова? Она такая худощавая и вообще ужасная. Я ничего не буду зарубливать, ясно? Пока. Все,
Сейчас этого мясника попрошу смерть, чтобы она его забрала. Эй, смерть! Смерть! Ну, здравствуйте! Что вы меня звали? Кого убить? Я с радостью убью кого-то. Смотрите, какая у меня коса! Убей моего мясника! Ой, я бы с радостью, я его с радостью убью, где он? Я его очень охотно убью. Я давно никого не убивала, мне уже жажда очень сильно мучает. Смотри, какая у меня красивая коса, я побежала его убивать. О, смерть согласилась убить мясника, видно, дело пойдет. Мясник! Мясник! Что? Что? Говори, что надо! Пожалуйста, говори! Меня сейчас смерть убьет! Скажи, что? Что? Корову зарежь мою! Я сделаю все, что ты хочешь, только не убивай меня, пожалуйста! Я побежал за этой коровой! О, мясник согласился зарубить корову. Ведь они дальше все тоже согласятся делать то, что я их попросил изначально. Корова! Ууу, я сделаю все, что ты хочешь, только не надо меня убивать! Я затушу огонь. Во мне и так мало воды. Не надо пить воду всю с меня. Здравствуйте. Не надо меня тушить. Я спалю ветку. Ой, здравствуйте. Я отхлестаю глупую собачонку. Только не надо меня... сжигать! Что сделать? Надо кого укусить надо? Говорите! Антуанетту укусить надо! Хорошо, сейчас все сделаю! Антуанетта! Ой! Папочка! Я принесла воду! Вот, она тут! Сейчас я полью кочан капусты, и он вырастет! И стал кочан капусты расти, и стал большим-пребольшим. Папочка, а смотри, какой большой кочан капусты. Это все я. Это я его полила. Молодец, Антуанетта. Не зря я такую навозную кучу хорошую сделала.